Губернатор Андрей Клычко встретился с чемпионкой России по конному троеборью. Напомню, соревнования проходили в Московской области с 9 по 13 сентября. Евгения Овчинникова, несмотря на травму, смогла одержать победу. Теперь впереди подготовка к участию в Олимпийских играх 2021 года в Токио. Евгения в числе тех пятерых спортсменов, которые квалифицировались на Олимпиаду. Кто поедет из пятерых, понятно, это будет решаться уже летом следующего года. То есть, скорее всего, это май месяц будет. Чемпионке и ее тренеру Андрей Клычков вручил почетную грамоту губернатора Орловской области.